Привет всем, всех приветствую на своем канале. Последнее видео этого года. Показываю свою елочку. Вот так ее в этом году нарядила. В таких тонах земли немножко, можно так сказать. В земляных, да, тонах. Встречаем год деревянного зеленого дракона. И здесь уже вот только Дед Мороз один остался у меня, потому что первая волна праздников прошла. Подарки разобрали детишки. И вот... вот так вот есть. Вторая волна подарков еще не положена под елочку. А сегодня я хочу рассказать вам о своих, показать немножко шарики, какие у меня есть. А сегодня хочу рассказать вам о своих растениях, которые удивили меня в 2023 году. Я растениями или цветами занимаюсь давно уже, но существуют все-таки такие растения, которыми я была удивлена. Всем желаю приятного просмотра. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Вот, еще раз елочку. Ну и начать хочу со своей синей ванды. Это ее я показываю, седьмое домашнее цветение уже за 15 месяцев. Немножечко она отцвела, но она снова выпустила цветонос. Вот эту вот ванду, дорогие мои друзья, я без цветов не видела вообще никогда. Она постоянно цветет. Следующая — это деточка. Причем детке всего один год, и она уже процвела на 8 цветочков. Все цветы распустились, были очень крупные. Вот такая малютка. А здесь Тарина. Тарина процвел на 19 цветов. С одного единственного цветоноса. Причем все 19 цветов распустились в одно и то же время. Такого я тоже еще никогда не видела. И мой декабрист, мой старый цветок, уже очень большой. Он в этом году просто, он просто меня очаровал. То есть в этом году совпало все, полностью все, наверное, условия. Он процвел в этом году немножко розовым. По самом деле он у меня белого цвета, но в этом году он почему-то изменил свой цвет. И вот здесь, конечно, и еще и цветы, и бутоны, да. Но я посчитала, когда я снимала его цветы, он цвел на 77 цветков. Я сняла их с этого растения. Это было что-то невообразимое, феерическое, очень красивое. И этому я была очень-очень-очень удивлена. Всех с Новым годом!